Нажимаємо дзинь. Будемо починати. Ну що, давайте починати, оскільки ми домовилися про суворий таймінг, то будемо суворо починати рівно в половині 12-ї. Не секрет, що лікування – це дуже тривалий процес, який дуже часто потребує неймовірних коштів. Часто це є мільйон чи навіть більше. Але кожне життя, воно не має ціни, воно є безцінним. І тому наступна наша лекторка розповість про те, як врятувати життя, навіть якщо немає фінансової можливості. Зустрічайте Мілу Ріотову! Доброго дня, наші шановні гості. Я Міла Ріотова. Я народилася у містечку Суми на сході України. Ще за часів Радянського Союзу. Зараз мені 49. І все своє життя я навчалася і розмовляла російською мовою. Але на початку 2000-х я працювала і майже 2 роки прожила у Львові. Я обожнюю ваше місто, я обожнюю ваших людей. Завдяки цьому я навчилася досить пристойно розмовляти українською. Але і свою презентацію я спочатку готувала українською, але вона настільки серйозна, і я про неї можу говорити, мабуть, весь день. Оце увесь сьогоднішній конгрес могла одна я говорити про те, як збирати кошти на лікування. І забувати слова і замінювати їх на «е» я просто не можу собі дозволити. Тож я перейду на російську і дякую вам за розуміння. Тема моей лекции – это проект под названием «Жизнь. Как собрать деньги на лечение?» Практические советы. Почему? У меня рак шейки матки, стадия 3Б, неоперабельная. У меня были удаленные метастазы в печень и в легкие. И уже 37 месяцев я живу с этим диагнозом. Из них 20 месяцев длилось мое лечение. Из этих 20 месяцев, 12 месяцев у меня была таргетная терапия Авастином. Ну, кто знает, что такое таргетная терапия, сколько стоит Авастин, тот понимает, какие это деньги. На тот момент, когда назначили эту терапию, ресурсы семьи уже были исчерпаны. Вот, и дальше мы собирали деньги. Это было 17 капельниц, 8900 миллилитров. И вот я собрала на эту терапию около 700 тысяч гривен. Это без учета того, что помогали родственники и моя семья. И вот уже 17 месяцев я нахожусь в стабилизации, и по последнему КТ признаков рецидива заболевания нет. И вот мне есть с чем с вами поделиться, как это было у меня. Если вам нужно собрать деньги на лечение, вам кажется, что это какая-то сумасшедшая, страшная ситуация, и вы не знаете, с чего начать. Вот я вам скажу, вы такие не одни. Таких было уже много людей. Начиная с Таши Шапира, которая сегодня тоже нашим спикером является. Таша собрала 160 тысяч долларов. Она прошла обследование в Израиле, лечение она проходила в Америке. Есть Лена Черненок. Ее пример вдохновлял лично меня. Она собрала 200 тысяч долларов на пересадку костного мозга в Израиле. Есть Оля Вакула, которая через украинскую биржу благотворительности собирала деньги на герцептин. Есть Ирина Рубель, девочка, которая собирала деньги на ксилоду. Это вообще удивительная история чуда. О ней узнали люди из Чехии. Они пригласили ее в Прагу, оплатили ей дорогу, помогли купить какую-то страховку, пройти обследование и какое-то небольшое лечение, оплатили начальное лечение ксилоды, и сейчас они продолжают собирать деньги уже в Чехии. То есть это невероятная помощь, это вот просто настоящий пример чуда, как вот бывает, когда человек очень хочет чего-то, и к нему приходят какие-то удивительные люди. Ну, про Настю Хохлову-Некрасову уже сегодня говорили. Эта девочка собирала деньги на лечение, привлекла к себе неимоверное внимание. Она попала в государственную программу,
И пересадку костного мозга ей сделали по государственной программе в Турции. Но ей тоже есть чем поделиться. И с нее вот можно брать большой пример, как она пишет эти дневники, снимает влоги и рассказывает о своем пути. Есть Маруся Дегтярь, ее тоже очень многие знают. Эта девочка собрала сначала на обследование в Израиле. Ей назначили операцию ХАЙПЭК, о которой сегодня Юля рассказывала. Это очень сложная, дорогая операция. Маруся собрала 70 тысяч долларов и сделала эту операцию в Германии. Сейчас собирают деньги Света Соловьева и Ксюша Ракицкая. В принципе, вы можете посмотреть, зайти на их странички, посмотреть, как они это делают, вдохновиться их примером и взять кого-то из них себе как пример или взять у каждой из них что-то свое. Как это получилось у меня? Немножко истории. Ну, вообще-то это я. За год до диагноза. Да, трудно узнать. Но ничего. До диагноза моя жизнь не была безоблачной, но была вполне успешной. У меня взрослая дочь, у которой своя семья уже. Рядом со мной любимый мужчина. У меня была очень интересная работа. Но в какой-то момент я осталась без работы. Ожидала открытия нового салона. Это время я стала использовать для себя. Там, какое-то развитие, обучение, рисование, спорт каждый день. То есть это была насыщенная, интересная жизнь. И вдруг я заболела как раз в этот момент. И когда мы уже поняли, что это онкология, что это серьезно, мне муж сказал, ну вот смотри, ты не работаешь, пускай твое лечение, твое выздоровление станет твоей работой. Пускай это будет нашим совместным проектом, проектом «Жизнь», «Твоя жизнь». И я сделаю все, что могу, а ты делай то, что можешь ты. Мы распределили обязанности, и вот мои обязанности были, это, как это, административные процессы какие-то. Вот. Так что идея проекта «Жизнь», она принадлежит моему мужу, он мое вдохновение и поддержка на 70% в этом всем. Итак, переходим непосредственно к сбору денег. Он состоит из двух важных аспектов. Первый – это психологический, он же философский, морально-этический, кому как больше нравится. Второй – это чисто практический, это набор каких-то действий. Начнем мы, конечно, с психологического настроя. Что это такое? Что нам в этом может мешать? Как этого избежать и что нам в этом может помогать и как это использовать. Ну, ни для кого не секрет, что психологически это очень тяжело просить денег. Даже о диагнозе многим тяжело рассказывать близким, а попросить о помощи, о деньгах еще тяжелее. И как говорила Юля, и Инесса, существует очень много страхов и стереотипов, которые нам в этом мешают. Это, конечно же, первое – рак-приговор. Я умру, и мне никто не захочет помогать, потому что это бессмысленно. Это самый первый страх, который вот к тебе приходит. Потом, естественно, это страх, что тебя осудят, что это психосоматика, ты сама заслужила, или это кара небесная, вот, там, прости все обиды, все пройдет. Ну, очень, для меня это как бы очень быстро ушло, потому что я знаю, что все люди, абсолютно все, обижаются, делают какие-то плохие поступки, ошибаются, неверные какие-то шаги, но далеко не все почему-то болеют раком. Вот. Поэтому как бы об этом думать, это просто глупо. Нормальные люди вам никогда такого не скажут, а те, кто говорят, исключайте их из своего круга общения. Следующее – это стыд. Просить стыдно воспринимается как попрошайничество. Но давайте как бы разграничивать. Попрошайничать деньги там, в метро там, или, я не знаю, клянчить где-то под церковью. Ну, вот я даже не могу это соизмерить с тем, что вы просите деньги для того, чтобы спасти свою жизнь. Это абсолютно разные вещи, и сравнивать это нельзя. Гордость, гордыня. Ну, все мы гордые. Сами придут, сами все дадут. Зачем просить? Так вот, я вам скажу, никто не придет и ничего не даст. Те люди заняты прежде всего своей жизнью, они решают свои вопросы. И если они не будут знать, что вам нужна помощь, они вам ее не предложат. Поэтому нужно как минимум рассказать. Растерянность. Ну, у всех была какая-то жизнь. Мы там молодые, активные или взрослые, зрелые.
уже чего-то достигли, есть какие-то там успехи, у кого-то свое дело, у кого-то хорошая зарплата, или нету ее, просто там выживание какое-то. Но, тем не менее, когда ты узнаешь о диагнозе, ты понимаешь, что это все не имеет никакого значения. Никакие твои статусы, зарплаты, даже сбережения, они не покрывают то лечение, которое тебе нужно. И эта растерянность, она очень мешает, потому что вот я там вроде бы стою вся такая красивая, нарядная, а если я не найду денег на лечение, то я просто умру. И поэтому нужно переступить этот барьер и научиться просить о помощи. Ну, еще такой немаловажный момент – это этика. Перефразируем известную пословицу – продать нельзя оставить. Когда у человека есть что-то там, квартира, машина, дача, каждый из нас задается вопросом, а имею ли я право просить о помощи, если у меня там что-то есть? Может, я должен все продать? Но давайте в такой момент считать целесообразность таких действий. Не будет ли это еще большей проблемой для вашей семьи, если вы все продадите ради того, чтобы потратить это на лечение? Может быть, это создаст такие проблемы, которые просто, ну, будут несоизмеримы. И вместо того, чтобы думать о лечении и о выздоровлении, вы будете решать какие-то там квартирно-финансово-транспортные вопросы. Это вообще просто даже не должен вставать такой вопрос. Что нам может в этом помогать? Ну, прежде всего, вера. У каждого она своя. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в карму, кто-то в мироздание. Неважно, доверьте своей вере свою судьбу. И верьте, что у вас все получится. Второе – это люди. Дело в том, что Бог, он не помогает там громом молнии, деньги не упадут вам с неба, не найдутся под кустом. Бог помогает руками других людей. Он приходит в сердце другого человека, дает импульс, что вот нужно кому-то помочь, и люди к вам приходят с этой помощью, предлагают вам эту помощь. Поэтому нужно открыться людям. Если вы закрываетесь от людей, считайте, что вы закрываетесь от Бога. Потому что у Него помочь вам только один путь – через других людей. Следующее – это принятие. Об этом говорили и будут говорить еще не раз. Есть определенные стадии принятия горя. Некоторые психологи сейчас считают, что, ну, эта теория некорректна, вот, но для меня лично она очень хорошо объясняет и показывает все, что происходит с человеком в онкодиагнозе. Все вот эти гамма-чувств, начиная от отрицания, гнев, торг, депрессия и принятие, все эти чувства. Так вот, первые четыре абсолютно деструктивны. Они только воруют энергию и силы. Находясь в этих состояниях, вы ничего не сможете сделать. И только когда вы приходите к принятию, оно высвобождает, оно, во-первых, дает спокойствие. Вы принимаете свою ситуацию, вы реально смотрите на вещи, вы можете реально как-то просчитывать, что нужно делать, какие действия. Вот. И у вас появляются силы энергии, и уже позитив, он будет не таким наигранным, а он становится частью натуры. Вы просто начинаете радоваться той жизни, которая у вас есть. И это наш помощник. Перезагрузка. Если все-таки кто-то задается вопросами, ну где же я так накосячила, за что мне такое наказание? Окей, хорошо. Сделайте перезагрузку своей жизни. Все равно ваша жизнь, она уже разделена на две части. До диагноза и после. И такой, как раньше, она не будет никогда. Вот эти все свои ошибки, обиды, все плохое оставьте в той жизни. Перестаньте об этом париться, перестаньте копаться в прошлом. Живите ту жизнь, которая у вас есть сейчас, решайте те вопросы, которые есть сейчас, и думайте о будущем. Энергия денег. Очень хорошая картинка, она очень наглядно показывает, сколько в мире денег. Вот как вы думаете, сколько вообще во всем мире денег? И сколько из этих денег нужно вам на лечение? Ну это вот так вот. На самом деле это вот так вот. Это не так много. И просто нужно, как это, подключиться к этому эгрегору денег. Как это сделать? Деньги – это энергия. Энергия не течет туда, где ничего нет. Энергия притягивается к другой энергии. То есть, чтобы что-то получить, нужно начать что-то делать. Вы начинаете что-то делать, и к вам приходит энергия, деньги, люди, и все у вас начинает получаться. Цели и мечты. Ну, вот
Если честно, это очень важно для меня, потому что если у человека нет цели и мечты, ему незачем жить. А если незачем жить, то он не будет бороться. Поэтому доставайте свои мечты детства, что вы, о чем мечтали, что не успели осуществить, что откладывали там на потом, когда там выйду замуж, закончу институт, рожу детей, поступлю детей, выдам их замуж. Вот доставайте все эти мечты и начинайте их осуществлять. Пишите план по пунктам, шаг первый, второй, третий. И уже сегодня, сейчас, между химиями, операциями, делайте какие-то шаги. Мечты могут любые быть, там, поехать в Лиссабон, например, или выучить испанский язык, нарисовать картину. Реальные, вполне достижимые мечты. Это будут вашей путеводной звездой и вашим вот переключением от негатива. Соцсети. Вот я считаю, что соцсети – это наш большой помощник, это подарок для нас. Почему мы боимся рассказать другим людям о своем диагнозе? Мы боимся ответной реакции, что сейчас мы увидим в глазах страх, панику, слезы, истерику, и мы и так еле-еле себя там сдерживаем как-то, а тут человек вот дает такую ответную реакцию, и мы просто стараемся этого избежать. Соцсети нам помогают этого не видеть. Одним махом, одним постом вы рассказываете о своем диагнозе всем. Вот эту реакцию паники люди переживают сами. Вам не нужно это кино переживать с каждым отдельным человеком, которому нужно рассказать. Они это пережили, вот, и они к вам приходят уже спокойные и с реальным пониманием, чем конкретно они могут вам помочь. Или не приходят вообще. Простите им это, люди тоже боятся. И чаще всего люди просто не знают, как с вами общаться. Может быть, стоит просто рассказать. Мне вот надо то-то, то-то. Я нуждаюсь в том-то. Если человек почувствует, что он может вам это дать, он к вам придет с этим. И психолог. Всегда всем я рекомендую обращаться к психологам. Вот это все, это нормальная такая работа над собой, кусок. Это может занять недели, месяцы, годы даже. А у нас этого времени нет. Нам надо делать это быстро. Быстро это можно сделать только с помощью психолога. Находите хороших людей, специалистов. Это могут быть люди в другом городе, в другой стране, даже на другом конце света. Есть скайп, есть вайбер. Можно общаться с ними, не вставая с любимого дивана вообще. Вот. Теория шести рукопожатий, сарафанное радио нам всем в помощь. Я рекомендую расходы на психолога включить вот в бюджет своего лечения. Дальше мы переходим к практической части. Вот. Ну, это то, о чем я уже говорила, что к лечению, выздоровлению я предлагаю относиться как к работе. Ваша жизнь – это инвестиционный проект. Деньги на лечение – это инвестиции в будущее. Все, кто вам помогают – это ваши инвесторы. Вы сами руководитель этого проекта и самый главный его исполнитель. И нужно к этому относиться серьезно и основательно. И все зависит только от вас, чтобы этот проект был успешным. Нужно сделать следующие шаги. Первое. Выберите свою позицию. Мы все начинаем с позиции жертвы. Жертвы судьбы, болезни, страны, обстоятельств, моза, людей, чего угодно. Но эта позиция, она абсолютно деструктивна и неперспективна. Жертва ничего не решает, она ничего не может. Ее бросают по жизни, там, как осенний листок, и, собственно, это перекладывание ответственности на других людей. И как можно свою жизнь вручить другим людям? Только вы сами можете отвечать за свою жизнь. Позиция автора своей жизни – это тот человек, который сам принимает решения, который знает, чем он хочет наполнить свою жизнь и как вот прожить то время, которое у него есть. Второй шаг, который я рекомендую, заведите лайфбук. Вот он мой любимый. Да, это блокнот, в который вы будете записывать все. План по действию, по лечению, выздоровлению, контакты всех врачей, ваши консультации, время приема, результаты этих консультаций, лекарства, которые вам назначают, побочки и как с этим справиться. Дневник самочувствия – очень полезная штука и для вас, и для вашего лечащего врача.
план действий по сбору денег и результаты по этому сбору, отчеты, приходы, расходы. Это очень сильно вам поможет в составлении писем, к обращениях, там, в постах. Составьте режим дня, питания, приема лекарств, питья воды и занятий спортом. Всем, кто проходит лечение, нужно регулярно принимать какие-то лекарства, пить много воды. Все это можно связать в какую-то единую такую схему, которая опять-таки будет держать вас в тонусе, не будет давать вам расслабляться и растекаться киселем по дивану. Пошаговый план исполнения своей мечты и записывать каждый шаг, что я сделала, это тоже очень дисциплинирует и выводит из этого состояния апатии. Уход за собой. Никакая болезнь не должна сделать нас страшными, ужасными. Мы должны оставаться женщинами красивыми, вот, и радоваться жизни. И досуг и развлечения, потому что жизнь больного не должна состоять исключительно там обследования, капельницы, лекарства и все такое, там, и слезы на диване. Нет, у вас должно быть какое-то развлечение, там, кино, театры, кофе с подругами, нормальная жизнь. Следующее. Нужно определить четко свою ситуацию, на которой вы сейчас находитесь. Это очень важно для составления плана действий. Это обследование, постановка диагноза, активное лечение, операция, реабилитация, рецидив. Следующее. Нужно, исходя из предыдущего пункта, определить, сколько вам нужно денег. Если частная клиника, то они обычно дают какой-то... Как это? Счет, да, сколько этого нужно. Бывают ситуации четкие, понятные. Нужно сделать, вот как Юля рассказывала, нужно сделать операцию HIPEC. Нужно столько-то денег. Все, вы собираете деньги сразу на всю эту операцию. Но бывает ситуация нечеткая, непонятная. Вот как, например, у меня. У меня был там сначала первый протокол. На фоне первого протокола у меня пошло ухудшение, рецидив без ремиссии. И мне даже врачи, они не давали плана лечения дальше, чем на 3 месяца. Вот на 3 месяца у меня есть план лечения, а потом КТ, и дальше будем посмотреть. Окей. Мы собирали деньги исключительно на текущие расходы. Вот у меня там через 21 день химия, мне нужно на эту химию столько-то денег. Вот, решаем проблемы по мере их поступления. И это все должно быть четко прописано в просьбах о помощи. Люди должны видеть, ну как, какую-то постоянность, какую-то открытость и какую-то реальную ситуацию. Создайте свою команду. Мы не можем никого из наших близких и знакомых заставить делать то, что мы хотим. Мы можем только их попросить. Мы можем рассказать, вот, что нам нужно, и попросить их об этом. И люди, то, что они могут, они сами предложат для вас сделать. Что это может быть? Это, допустим, там, в твоей семье кто-то берет оплату коммуналки на себя, занимается этим, кто-то... Там детей в садик, кто-то готовку, кто-то уборку, кто-то из ваших друзей там составляет вашу культурную программу, там кино, театры, там книги, фильмы для вас. Кто-то там отвозит и привозит вас в клинику, потому что я не рекомендую в общественном транспорте ездить. Все-все люди, которые вас окружают, ваша семья, близкие, друзья, могут стать вашей командой. И делать что-то одно маленькое. Вот. Просто скажите им, что это даже самая маленькая незначительная помощь для вас очень ценная и важная. И они это будут делать с радостью. Следующее. Обеспечьте для себя пути финансовых поступлений. Максимально удобные для других людей. Это должна быть самая простая, доступная гривневая карта, на которую люди могут перечислить деньги, там, сдачу в супермаркете, у терминала или дома с карточки перевести, желательно без комиссии отправителя. Ну, такая этика небольшая. А заведите карты в долларах и евро для заграничных переводов. Почти у всех у нас есть друзья, родственники за границей. Помогите им иметь возможность помочь вам. Ну и LeakPay, PayPal, WebMoney. Все это максимально нужно использовать. И еще защитите себя от мошенников. Об этом очень много статей в интернете. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, но вы всегда помните об этом. Почитайте, изучите и защищайте себя.
Следующий шаг – напишите письмо о себе. Информативное, не очень длинное, только факты, никаких эмоций лишних. Кто вы, сколько вам лет, какой у вас диагноз, какая у вас сейчас ситуация, сколько вам нужно денег, на что конкретно нужны деньги. И пишите, да, это должно быть вот такое письмо, которое вам пригодится в очень многих случаях. Следующий совет – это создайте плакат о себе. На основе этого письма добавьте туда фотографии до диагноза и сейчас в лечении. Добавьте туда ссылки на свои аккаунты в соцсетях и сохраните его в виде картинки JPEG. Ее очень легко отправлять даже там в каких-то мессенджерах. И ее можно, этот плакат можно распечатать и раздать своим друзьям, чтобы они могли там развесить, кто где работает, спортклуб, кафе, парикмахерская, банк, где угодно. Это поможет людям помочь вам. Так, теперь используйте все возможные варианты. Рассмотрите свой круг общения. Ваша, вот вы, ваша семья, друзья, знакомые, профессиональные помощники, незнакомцы, всех этих людей, кому вы можете обратиться, кого вы можете попросить. Ваша задача, чтобы о вас и о вашей истории узнало как можно больше людей, чтобы как можно больше людей поверили в вас и вам помогали. Вот им вы можете посылать это письмо о себе, посылать эту картинку, плакат, чтобы люди сразу конкретно видели самую основную информацию и давать какие-то контактные данные. Вот там мой мессенджер, это мой телефон. Всю дополнительную информацию вы можете, значит, посмотреть, допустим, в моем аккаунте на Фейсбуке или получить по телефону. Дальше соцсети. Ну, я лично предлагаю соцсети рассматривать исключительно как помощник, но не как основную, как целевую аудиторию вашу. Все-таки прежде всего вы должны использовать свой круг общения, своих друзей, своих однокурсников, одногруппников, коллег, бывших, настоящих, и своих друзей и их друзей. Итак, про соцсети. Личную страничку я предлагаю оставить для своей личной жизни. Там цветочки, котики, ваше настроение, фильмы. Все-таки вы должны оставаться просто человеком. А для сбора денег завести отдельный аккаунт. Сделать на этом аккаунте прикрепленный пост. Ваше письмо о себе вам в помощь. Конкретная информация о вашей ситуации. Вот. Сделать 3 фотоальбома. Нет, вы можете делать больше, но 3 – это основные. Один альбом – это ваши фотографии. До и сейчас. И делать фотографии постоянно и добавлять их, чтобы люди видели, что вы реальный человек, вы не мошенник, и как развивается ваша история. Второй фотоальбом – это скрины обследований, которые подтверждают ваш диагноз, и назначения врачей, которые подтверждают вот эту сумму, которую вам нужно собрать. И третий альбом – это фото и скрины счетов, чеков, оплат. Это то, куда тратятся те деньги, которые вы собираете, которые люди вам дают. Это как бы этика, это ваша обратная связь для людей, и это то, что будет помогать вам, как это сказать, сделать так, чтобы эти люди помогали вам постоянно. Ну, фото-видео снимать, добавлять регулярно, регулярно писать посты, не так, что там раз в неделю «помогите, спасите, мне там на химию денег не хватает». Нужно писать регулярно, писать открыто, искренне, как на самом деле обстоит ситуация. Свои чувства, что вы переживаете, это прежде всего, что вы чувствуете сейчас. Поверьте, людям интересно это читать. Разнообразие. Посты должны быть разнообразные. То, что нужно чередовать. Вот там просьба о помощи. Вот вы мне помогли, я там поехала в клинику, вот я откапалась, вот после клиники ко мне пришли подружки, вот там мы пошли в кино. То есть это реальная живая жизнь. То, ради чего вы собираете деньги, ради жизни. Она должна быть вот в вашем аккаунте видна. Доброжелательность.
Это, конечно, очень сложно, когда тебе пишут с советами, зачем тебе этот дорогущий Авастин, попей соды, все пройдет, или прости всех. Но держите себя в руках, оставайтесь доброжелательными. Мой совет – не вступайте ни в какие споры, дебаты. Это только тратит ваше время, силы, энергию. Просто поблагодарите. Люди хотели вам помочь, сделали это как сумели. Вот. Ну, отчеты от сборов – это понятно. Это как бы открытость и честность, экологичность и антитоксичность. Об этом очень часто забывают, но вот я хочу об этом сказать. Что это значит? Вот я, например, не люблю таких постов, когда пишут, вот кто-то там на море, а кто-то умирает от рака. Или там, не выпей чашку кофе, перечисли деньги там, тому, кто собирает на лечение. Я против этого. Наоборот, это прекрасно. Человек на море, у него все в жизни хорошо. Он отдыхает, наслаждается жизнью. Заходит в Facebook, смотрит, а человек собирает на лечение ради жизни. Он думает, блин, мне так хорошо. А там он человек от рака умирает. Надо ему помочь. Пускай и он поборет свою болезнь и приедет сюда. Когда человек делится от избытка, то эта помощь, вот она реально идет на улучшение. А когда человек заходит и читает там пост, вот там, не выпей чашку кофе, отдай ее там тому, кто нуждается, эта чашка кофе у него застревает вот здесь в горле, и он думает, блин, как мне стыдно, как неудобно, надо перечислить деньги. Он перечисляет деньги, но какая его реакция? Его заставили почувствовать стыд. Его упрекнули, людям это не нравится. В следующий раз он просто не зайдет на эту страницу, потому что никому не хочется испытывать вот эти чувства. Он просто будет вас игнорировать. И это не работает. Ну и благодарность, конечно. Надо людей благодарить за все. Я, например, тех людей, которые мне помогли, есть такие ключевые люди, которые стали моими друзьями, которые помогали мне на протяжении всего лечения. Вот, мы потом с ними встречались, общались, они стали моими друзьями. Я всем этим людям после каждого КТ пишу благодарности. Что это благодаря вам я добилась вот такого результата. Спасибо вам большое. Фонды. К сожалению, в нашей стране с фондами для помощи онкобольным взрослым очень сложная ситуация. Их практически нет. Единственное, вот, что я рекомендую, есть украинская биржа благодейности, у них есть фонды-партнеры, постараться задружиться с этими фондами, чтобы попасть к ним. Вот это единственный вариант. Но, да, отсылайте им свое письмо о себе информативное. Вот, и отношения с фондами должны быть честными и прозрачными. Всегда нужно говорить, вот мы тут собрали какую-то сумму, нам не хватает столько-то, потому что если пойдет какой-то конфликт интересов, недоверие, вам уже больше никто не поможет. Волонтеры, бесспорно, это как бы нам всем хочется, чтобы нашелся человек, который придет и все это сделает за нас. Вот. Но что я хочу сказать? Волонтеры – это прежде всего люди, которые прежде всего живут свою жизнь и решают свои вопросы. Ваша жизнь, ваши вопросы будут для них в любом случае там, на каком-то втором, третьем, пятом, десятом месте. И никто, кроме как вы сами, не расскажет вашу ситуацию настолько искренне, настолько вот по-настоящему, как вы сами. Поэтому волонтеры могут быть вашими помощниками, конечно, но не перекладывайте на них ответственность полностью за свою жизнь и за сбор денег на лечение. Еще, чтобы получить помощь, о ней нужно попросить. Если вы не просите, никто не знает, что она вам нужна, эта помощь. В мире на самом деле, да, есть люди, которые хотят помогать. Они готовы помогать, но они не хотят быть обманутыми. И поэтому они готовы помогать адресно. Главное вам этих людей найти. Что для этого нужно? Попросить. Если вы не попросите, ваши шансы получить помощь – ноль. Если вы попросите, 50 на 50. Да, могут помочь, могут не помочь. Но это уже 50%. И потом, здесь еще работает закон 10%. Этот закон работает в продажах, здесь точно так же. Из 100 людей, которые узнают вашу историю, вашими помощниками станут 10 человек. Если больше, прекрасно. Но вот обычно это работает так, 10 человек. Так вот сделайте так, чтобы эти 10%
стали вашими помощниками, и та помощь, которую они могут вам оказать, перекрыла все ваши потребности в лечении. И пускай это вам поможет, пускай все будут здоровы, счастливы и живут в ремиссии. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что эта презентация – это тезисы короткие, которые я прошлась очень быстро. Я уже говорила, я могу об этом говорить целый день. У меня есть расширенная версия. И если кого-то это заинтересовало, вы считаете это нужным, полезным, обращайтесь, пишите имейл, я пришлю вам ее на почту. Спасибо. Це була мега конструктивна і мега активна Міла Ріутова. Дуже тобі дякую. І так само дякую від себе особисто за проєкт під назвою «Життя». Я думаю, що це не лише людям в діагнозі, варто про це подумати, тому що там дуже багато розумного для всіх.